Человек нет. Этот день я не забуду никогда. Спасибо, Саида! Зурий! Слушай, садись. В ночь, когда убили Анзора, я была у Мамиды. 4 утра. Какой-то голос меня разбудил. Сразу почувствовала, что с Анзором беда. Потом его друзья мне рассказали, что Анзор погиб именно в это время. После войны целый год искала его могилу. В том бою всего 3 человека спаслось. И те 3 точно не могли сказать, где мог быть он похоронен. В конце концов разыскали. По каким-то признакам почти опознали, но... Сейчас я уверена, что в могиле Анзора лежит другой. Другой? Да. Я уверена. Ни родителям Анзора, ни детям, ни... Вот почему я это тебе рассказываю, не знаю. Долго искала его, долго. С кем только не говорила, с кем не встречалась. Вышла и на тех грузин, которые ищут без вести пропавших. И на грузинских бойцов, но... А сейчас я уверена, что другой лежит в могиле Анзора. Так. И подозреваю, что тот другой. Грузин. Убеждена, что грузин. Может быть, это тот, чья пуля убила Анзора. А может и тот, кого убил сам Анзор. Так вот, так. Иногда мы ложимся в могилы друг друга. Тогда как в жизни друг другу места не оставляем. Вот. Вот за это и наказывает всех нас Бог. Что это? А с тому скоро будет? Зура, у нас вопрос к тебе. Ты знаешь Отара из Чамбы? Высокого такого. От фамилию не знаю, а до войны в рибколхозе работал. Ну, блондин, грузин. А? Алико, он тоже грузин. Жил по улице 8 марта. В субтропическом работал. От фамилию не помню. Где они, интересно? У нас с Гиви во время войны история одна была. В общем, дело было так. Как-то мы с Ромой перепутали блиндаж, брат. Ну, сам понимаешь, война, колотун. Сифонит. Ищем нашу. Ну, прикондохали к какому-то блиндажу. А оттуда несется. Кайф, Вася. Штяк, Вася. Ну, как услышали, залетели туда. Залетели, сидят 2 фраера.
автоматы рядом? И подкуривают? Мы их не знаем, и они нас не знают. А так, вроде бы видели где-то друг друга, но сухумчане, по сухумской базаре. Мы сели. Курево есть, мы у вас спросили. Есть и другое, Вася, ответили они. И на них, и на нас. Ну, одинаковая форма. Базар одинаковый. Да. Калашников. Слушай, ружье тоже. Ну? Что, не догадываешься? Они были грузины. А мы думали абхазы. Вики? Да. Одного звали Отари, он был из Чамбы. А второй Алико. Виемский? Да, Виемский. Ну, короче, оказалось, там, блин, даже враги собрали. С одинаковыми рожами, с сухумским базаром, калашников. Да и форма. Полчаса говорили так, что ни у одного сомнений не появилось. А то? Потом они догадались, кто мы, и взяли нас в плен. Оружие, конечно, отняли, но пир устроили. Да. Тушенкой водяры, но Хамановка, не с пустыми руками. На другой день это далеко и вот так лично выйдет. И нас с Ромой на грузинских пленных обменяли. Но до того набухали вещь. А что? И у нас был спирт. Вас обменяли? Да. Ну да. Да. Может, спаслись они в этой войне, а? Может, велись и утали Алику. Если ты встретишь, передавай привет от нас. Слава, ребята, сам путал под келем. Может, разыщешь их, а? Постараюсь. А Славе напомните. Славика, Славика, а там что ли? Да-да. Как не помню, его убили, а что? Как убили? Получили. А сме у небе, видите? Как убили. Он был другом моего брата. Когда война началась, он к нам примчался домой, вооруженный. Сказал, что должен свой долг выполнить, воевать, должен со своим народом. Потом снял бронежилет и моему брату отдал. Возьми этот жилет, надень, чтобы тебя не убила моя пуля. И ушел. Ушел. Как раб, магистр, это матерь. Да, и такая война была. Слушай, я не очень опоздал. Что происходит? Ничего, что происходит? Здесь холодно. Пойдем, КПЗ поговорим. Ладно, ладно, садись, не возникай. Ну. Правда, уже поздно, правило есть правило. Шарка и Саиду. Пусть идет домой, уже поздно. А вообще-то, тету Веру хотел повидать. Да каких пор мы должны жить под вашу диктовку? Иди, садись. Если я ее не увижу, передай привет тете Вере. Скажи ему, сухумский гость был у меня. Слышишь? Да. Дома видел? Нет. Сказали, поехала в Гагри к матери. Оказывается, 3 месяца тому назад отца похоронила. Когда приедет, расскажу о нашей встрече. Слушай. Только не показывай меня в тюрьме. Посмотрим. Скажи, она... Замуж не вышла, живет одна.
Скажи, что очень. Очень хотел ее увидеть. Скажу ей даже то, чего ты не сказал, сухумский гость. Вчера меня повели на кладбище. Ухоженная была могила отца. Это ты? И мой отец на том же кладбище похоронен. Ты же знаешь, я не брошу могилу моего отца. Кому нужен человек, забивший свои могилы? Кому он нужен? Видом, человеком тогда не будет. А кто сможет быть счастливым, если рядом бесхозная могила? Я не имею права прийти на могилу своего отца. Кто я теперь? Беженец. Насильственно перемещенный. Временно перемещенный. Как только не назвали. В Абхазии кто-то писал, они навсегда перемещенные. Все так говорят, как будто мебель идет. Хо-хо. Толвили ткенфис могалатеян, ратом я его ярагида иомао. Картолабис из лачар, ратом ара его ярагида ар иома, ратом гамо икцар. Абхазептан шехпедревзел толвилс нуцайгуант тирисо. Ан нуцайгуант агрессивлио. Хан. Ყველაფერს დათმობს და საშიშია საქართველოს გაყიდისო, ხან კიდევ არაფერს არ დათმობს და შეთანხმებას ვერ მიახსენებს. ხანდახან ასე მგონია, თავი მსოფლიო ძალზე მცირეა და ახლოა. ეს სამშობლოები უსამმაზე. Шоне урида. Уц. В одной грузинской газете я прочитал объявление. Вот примерно такое. Я красивая молодая женщина, бывшая замужем. Имею квартиру, машину и так далее. Ищу мужа. Мужчину до 40 лет. Низкие, лысые, толстые и беженцы пусть не отзываются. Но это грузинская пресса. Молодец, Астам. Как много ты читаешь. Боюсь. Новой войны боюсь. Если мы потеряем совесть, тогда все потеряем, Астаму. Вернетесь и опять упрекнете меня, что у вас, мол, всего 17% один стадион. Все, хватит. Все? Все. Что-то умерло в наших отношениях. Кое-что все же продолжается. Во время войны я думал, что никогда не заговорю с тобой. Вот другое что-то нужно делать. Чувствую. Чувствую. Но словами передать не могу. Ну как чемпионат? 2-2 в мою пользу. Иногда человек
вынужден скрывать добро. Скажем, спас от расстрела противника. Для своих ты предатель, спас врага, а для чужих ты все равно враг. И этому нет конца. 2 года тому назад была встреча в Питере. Тебя ждали. Ты не приехал. Ну, не знал, что ты там будешь, а то приехал. Печаль схватывай. Не, серьезно, ну не могу привыкнуть к этим встречам. Вот, вот точка А. Здесь точка Б. Это стороны конфликта. Теперь надо найти точку С, чтобы консенсус А и Б была дана именно в точке С. Согласно схеме литерарха, надо выделить стратегическое «ху», потом эти «ху» должны быть выявлены в зоне конфликта. Нам так и надо. Смотри, как все побелело. И как быстро. Кроме моря. Да, кроме моря. Знаешь, я под дождем здешним скучал. Я рос под этими дождями. А в других местах под дождем просто мог. Какое число сегодня? 13-е. Старый Новый год. Забыл? Давай выпьем, а? Моди эти целебурады давлеют, маги деда свады. Мы с тобой еще вместе, а с тому никогда не проигрывали. Сердцем я тебя понимаю. Но разум пока говорит другое. А что делать? Отцы и деды посеяли ветер. Внуки должны починять бурю. Начинают одни, погибают и другие. Наш Вавилон еще прочно стоит. Когда мы умрем, Бог спросит с нас не только за наши большие прегрешения, но даже за клочок бумаги, который мы бросили куда-нибудь. Так, короче, Зураб. Ко мне ребята приходили. На границе в Ингуре была стрельба. Ранен сын Саид. Эрик? Говорят, тяжело. Одного солдата убили. Эрика сейчас перевозят на операцию в Сухом. Я Саиде еще не говорил. И что? А тебя уже ищут. В общем, до границы довезу на Малимаше. Потом вброд тебя мои люди переведут. Никому другому я не доверяю. Надо спешить. Тебе опасно здесь находиться. Не поеду. Я ведь сказал, надо спешить. Какой из меня террорист? Пусть судят, так лучше. Для кого лучше? Я не хочу, чтобы ты за меня нажил себе врагов. Это мое дело, сам разберусь. Если с тобой что-то случится, я себе этого никогда не прощу. А если я тебя посажу, то, по-твоему, мне будет хорошо, да? Подумай, подумай, еще есть время. Давай, давай, двигай. Нет! Пойдем в тюрьму, я так решил, так надо. Хочешь стать героем, да? Нет, дорогой мой, такого шанса я тебе не дам. Теперь я должен жить по твоей диктовке. Время такое. Тогда. Я ей потом скажу. Что это? Мать, оказывается, сохранила. Мой плач? Две капли. Дурно потоки. Это мой памятник. Две капли в бурном потоке. Это мой памятник. Давайте быстрее, пока дорогу не... Подожди! Подожди. Я сейчас зажгу у моря свечи. Свечи? У моря? Да. Я так задумал. Разрешишь мне когда-то, но не обещал. Кому? Что обещал? Кому обещал, что обещал? Обещал, что сожжет свечи у моря. Дальше ничего. Давай, Зураб, быстрее. Возьми. Сожжем свечи у моря.